Плюс один стадион. Глава округа Андрей Булгаков посетил новое спорт-ядро в гимназии номер 6. Работы здесь, как и планировалось, завершились к 1 сентября. Что такое доброта? Что это такое доброта? Не так давно учащиеся 6-й гимназии только мечтали о своем спорт-ядре, а сегодня здесь уже активно проходят занятия и состязания. Напомним, запрос на увеличение спортивного сектора пришел от самих жителей. Теперь заниматься спортом на стадионе могут не только гимназисты, но и все желающие после 16 часов. Новый спортивный объект вошел в губернаторскую программу «Открытый стадион». Многофункциональная площадка, тренажеры под навесом, воркаут, беговая дорожка. Созданы все условия для тех, кто ведет активный образ жизни. Для удобства горожан также дополнительно сделали народную тропу к стадиону со стороны Фабричной улицы.